Теперь Украина. В Донецком аэропорту развернулась поисковая операция, которую должны были начать еще в мае. Устойчивое перемирие, установившееся в Донбассе с 1 сентября, наконец позволило волонтерам и сотрудникам ОБСЕ без риска для жизни пройти на территорию воздушной гавани, которая в свое время считалась одной из самых горячих точек. Руины прочесывают квадрат за квадратом в поисках погибших с обеих сторон. Репортаж Павла Краснова. Вдоль развалин аэропорта люди шагают, вытянувшись в линию, друг за другом. Разбредаться по сторонам тут небезопасно. Бои за аэропорт давно отгремели, но их следы повсюду. Не разорвавшиеся боеприпасы и оставленные солдатами мины и растяжки. Наткнуться на них можно даже на тропе, а потому во главе колонны на приличном отдалении от остальных шагают саперы, тщательно осматривая территорию вокруг. Превращенный в руины терминал стал символом боев за Донецк. И хотя тела погибших еще могут оставаться внутри, в этот раз поисковики проходят мимо. Их путь лежит на летное поле, туда, куда прежде они еще не добирались. Взлетная полоса аэропорта – это даже не передовая, это ничейная земля. Нейтральная полоса между двумя противоборствующими сторонами – донецкими ополченцами и украинскими силовиками. По этой причине здесь поиск погибших был до сих пор почти невозможен. Открытая территория легко простреливается, а затишье на этом участке фронта установилось совсем недавно. Мы начали работы еще в феврале месяце в новом терминале по эвакуации тел погибших. Потом, ввиду того, что продолжались боевые действия интенсивные, мы не могли сюда зайти. Ну и вот сейчас-то немножко стабилизировалась ситуация. И нам позволили зайти обследовать территорию. Этот подбитый танк давно стоит на взлетке, но остался ли кто-то внутри, до сих пор никто не знал. Ополченцы лишь помнят, как вели бой против украинского экипажа, а то, что танк принадлежал Украине, сомнений нет. Две белые полосы – обычная для силовиков маркировка. Именно так здесь и выбирают места, где надо искать погибших, по рассказам о проходивших боях. Совокупность данных, то есть опрос военнослужащих, свидетелей, которые видели в последний момент, допустим, или момент гибели, зафиксировали, говорят, где находился, вот там надо искать. Машина пуста, вероятно, экипажу танка удалось уйти, никого нет и в разрушенной диспетчерской вышке, хотя ее, быть может, надо обследовать тщательнее. Бои за вышку были жаркими, об этом говорит и усеянная осколками снарядов земля, и сам масштаб разрушений. Здание было снесено взрывами. Но беглый осмотр и здания, и сгоревшего бронетранспортера возле него результата не дает. Зато поодаль, рядом со взорванным артиллерийским тягачом, поисковики находят останки украинского солдата. Все было собрано, задокументировано. Дальше, скорее всего, по согласованию отвезем в Днепропетровск, передадим судмедэкспертам для работы по выявлению извлечения ДНК-анализа. То есть шансы опознать? Да, очень хорошие, потому что ДНК осталось. Там же найдено и вот это, старый эксплуатационный журнал. Украинская армия использует технику советского производства. Начиная с февраля, ополченцы передали Украине останки более чем 100 погибших силовиков. Для поиска остальных территория аэропорта разбита на квадраты, которые будут прочесывать постепенно. Главное, чтобы продолжению работы способствовало сохраняющееся перемирие. Павел Краснов, Игорь Крицков, Дмитрий Зельвянский, Первый канал, Донецк.